суд направлено уголовное дело на дровосека-нелегала в Онежском районе. Им стал местный индивидуальный предприниматель. Орудовал он вблизи поселка Малашуйка Онежского района. На производственной базе, где располагается офис подозреваемого, был обыск. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли деньги, предположительно полученные от продажи незаконно заготовленной древесины. Необходимых разрешительных документов на вырубку деревьев на особо защитном участке защитных лесов у мужчины не было. Тем не менее, на протяжении месяца с помощью нанятых работников, которые не подозревали о противоправном характере деятельности, злоумышленник организовывал незаконную рубку деревьев, после чего перерабатывал заготовленную древесину и продавал продукцию местным жителям. Ущерб, причиненный лесному фонду страны, составил более 163 тысяч рублей. Точку в деле поставит суд.